И вы к этому человеку не повернулись? Я много кому не повернулся. Я говорю сейчас, конечно же, про человека, который сейчас известен под именем Шаман. На тот момент он выступал под своим именем Ярослав Дронов. К нему повернулась Пелагея Билан, и он пошел в команду Пелагеи. Я не лягу под ноги к тебе никогда. Вот так раненым сердцу тобой буду страдать. Я не знаю, что у тебя на уме, да и не хочу. Ярослава я помню хорошо, он был в команде Пелагеи, и у нее был он в финале. То есть он был отмечен и хорошо шел.